Привет, мои дорогие! Сегодня мне так захотелось намазюкаться, что я поняла, самое время снять видео, несмотря на то, что я еще не до конца выздоровела от ангины. Поэтому голос у меня в этом видео будет глухой. Вы меня извините, это временно. А вот это тот фасон, который вы меня просили в Инстаграм. Вот он и очень простой, повязан на китайский каркас, о котором я вам рассказывала в своем видео с обзором моих покупок с AliExpress. Кому интересно описание этого каркаса или его минусы и плюсы, то переходите по ссылочке в описании в этом видео. Это в одной руке чуть короче прядь, во второй чуть длиннее. Пересекаем их сверху. Лучше, чтобы сверху была та, что подлиннее. Да, вот это будет сверху, пускай. Так, нижнюю пока расправляем по виску, укладываем. Не под пучок направляем, да, а половину пучка закрываем. Вот так вот. Так. Вот здесь, ну или придерживайте, или заколочкой можете заколоть, видите, отваливается. В общем, я придерживаю, я ее прижму вот этой прядью. А тут может выйти по-разному, и мысиком, и вот таким вот. Ну, как бы традиционным, да. Попробуем сейчас из нежатого материала. Может, будет проще. Такого палантина все получается гораздо красивее, так что используйте ровные ткани без жаточного эффекта. Возможно, что-то подобное вы могли видеть вот в этом видео. Всем хорошего дня, крепкого здоровья, всех благ, пока. Ну надо же, вот этого не учесть. Я помадой накрасилась, макияж сделала под вот этот палантин. Что в итоге? Хоть бери, бери все, стирай.